Всем привет! Смотрим нежилое помещение по адресу Рижский проезд, дом 13. Вот это сталинка. Помещение у нас полуподвал с отдельным входом, соответственно. До метро ВДНХ идти примерно минут 15 пешком. Район спальни. Окна полуподвальные есть. Там 5 комнат. 3 комнаты с окошками, 2 нет. Есть санузел. Ремонт потребуется. Далее смотрите видео. Провалишься, когда там делят. Это батарея подтекала. Ткани там те еще странили. Не, а сейчас тут пусть давления нет. То есть это отопление нет. Прошлой осенью поддали отопление. Она начала падать. А они устраняют, жили. Неделю устраняют. Да, я понял. Привет. Минимум 2,50. Здесь потрешник, коридор потрешник. И там в комнате. Да.
Павел, а вы не записывались на сельскохозяйственное? Нет. Вы вроде под Воложи смотрите, да? На сельскохозяйственное 11, корпус 2. Не помню, Сейчас, если я вот туда еду... А там что, публичка? А, нет. Не знаю, хорошо. Потому что у вас программа есть? Пока я не могу. А, да, все хорошо. Хозяйство 11, корпус 2. Никто не записывался туда. Я сейчас туда иду. Мы не поедем? Нет. Да у нас, да, у нас нет, по-моему. Там хороший подвал. А мы сейчас по карте посмотрим, где это хоть находится-то.